всем. У нас на дворе лето, и наступила пора, такая типа золотая лихорадка, то есть появилась ягода. Вот, и все судорожно начинают где-то искать, ходить с ведрами, с баночками собирать. Сегодня моя очередь, по графику пасти, в общем, сейчас я иду. Вот, и я взял небольшое ведерко с собой, вот, дабы испытать, значит, успех, так скажем. Посмотрим, попадется мне ягода или нет. И чтобы не терять время зря, чтобы, ну, не просто там ходить на поле, да, а попробовать, значит, еще пособирать ягоду. То есть, с пользой дела сходить, значит, попасти. Вот. Ну что ж, все. Мы, время подошло в обед выгонять. И мы отправляемся в небольшое путешествие за несколько километров от деревни. Итак, поехали, с Богом. Посмотрите на эти великолепные цветы. Какие они красивые, это мальва. Посмотрите на эти лилии. Они не трудятся, не придут. Пасти коров не надо. Сено заготавливать. Ну вот так, а мы идем дальше. Дошли до одного местечка. Пока коровы пасутся, я тут взял вот такое ведерко. Ну и что? Наткнулся на ягодки. Значит, сейчас будем собирать. Вот. Раз. Опа. Ну, резкость. Чик. Вот так. В общем, ягоды есть, но, может быть, она не вся такая прям уж созревшая. Ну, немножко тут попытаюсь что-то где-то насобирать. Получилось, вот немножечко насобирал я. Ну, тут они попадаются, и что удивительно, не все, значит, спелые. Вот. Но я думаю, что даже вот этого объема, в принципе, на литровую баночку хватит, ну, как бы варенье. То есть можно в двух вариантах сделать. В таком, в бедном варианте, то есть побольше воды добавить. А если в таком более сытном варианте, значит, надо как кабачок туда потереть. Вот. Ну, сахара добавить и все. Кабачок как наполнитель. И вполне себе получится такое клубничное варенье. Ну, потом дальше, там, не знаю, еще, может быть, полянки попадутся, поищу. Здесь вот как-то много неспелых ягодок. Может быть, там дальше что будет, посмотрим.
В итоге я вытащил из своего рюкзака свою добычу. Вот. Значит, я насобирал вот столько клубники. Ну, вот теперь уже по-честному можно уже, ну, в пол-литровую баночку уже точно можно закатать. Вот, на самом деле, там коровы как бы что-то шли тудым-сюдым, и как бы это, ну, вот что смог, и то это не за всю смену, то, что я был. Нарвал немного богородской травки. Сейчас ее разложим, посушим. Ну, это просто сок брал с собой попить. Ну, кстати, это кленовый сок, бутылка из-под кленового сока. Наш экспортный вариант, который мы продаем. Такой сок можно купить только в нашей лавке. Ну все, желаю всем успехов в сборе ягод. Этот год ягодный. Вот, кстати, в прошлом году вот такой ягоды не было. Ну, то есть было ее совсем чуть-чуть. Мы закатали буквально там, не знаю, очень мало баночек. Вот. А в этом году, несмотря на то, что стояла сильная жара, палящая, вот, потом, слава богу, недавно был сильный дождь, очень сильный, пролил, там все у нас набралось. Вот. И сейчас вот и то некоторая ягодка еще как бы зеленая. Но если сейчас ее не собрать, по идее, она уже начинает засыхать. Поэтому, возможно, эти пару дней мы будем заниматься сбором ягод. Отложим всю работу пока, потому что, как гласит пословица, что день год кормит. Вот. Поэтому желаю всем здоровья и натуральных, значит, продуктов и плодов, ягод, которые нам дает. Собирайте, пользуйтесь. Все, всех благ, всего доброго.